Вместе с дедом празднуем победу. В Саратове прошел патриотический автопробег, посвященный юбилейной дате. В нем приняли участие представители сразу нескольких поколений. За рулем сидели внуки и правнуки фронтовиков, а также тружеников тыла. А на пассажирских сиденьях сами ветераны. Автопробег стартовал с площадки Саратовского госуниверситета. Там прошла торжественная линейка с участием студентов, преподавателей и ветеранов. А сразу после этого праздничная колонна проехала по центральным улицам до парка Победы, где состоялся торжественный митинг. Цель основная автопробега – показать то, что мероприятия вот эти патриотические в честь Дня Победы, в честь великого подвига нашего народа, не нужно заканчивать 9 мая только. Да? Мы должны помнить об этом каждый день, из года в год, и чтить память наших ветеранов.